Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну, сегодня у нас прорвало почту и пришло аж 3 посылки. Это посылка опять из Твери, вторая от Валерия Ивановича. Что-то он прислал вдогонку. Тот раз забыл положить вторую перчатку. И решил прислать ее во второй посылке. У нас тут есть небольшое письмо. Потом прочитаю. Это, я думаю, для моих девушек подарки к 8 марта. Какая-то красота. Сами разберутся потом. Это тоже, думаю, тот же адрес. Так, это кукулечки. Запасные кукулечки. Надфилечки. И щипчики от сыпля щупа. Перчатки, шнур. Хвостик к удочке. Крючки большие для налима. Отличные крючки, на первый взгляд. Чехлы для катушек. Хорошая вещь. Ага, вот это вторая перчатка. До кучи пришла. Такая вот кружечка. Прикольная. Термокружечка. Тут не знаю что. Фонарик с лупой. Нужная вещь. Так, а это у нас что? Батарейки стоят. Тоже фонарик. Работает. Ножи для бура на 180. Два комплекта. Открывалка. Перчатки, еще перчатки. Магнитики. Люхи к 23 февраля. Ладно, сам распечатает. Спасибо, Валерий Иванович, за очередной сюрприз.
пойму точно, как написан город Колкино, СПБ. От Владислава. Кучка перчаток, целая кучка. Так, надо как-то аккуратно распечатать. Опа. Кивочки. И целая куча жилки. ноль шестнадцать, ноль двадцать, ноль четырнадцать и ноль восемнадцать. Носорожку как раз недавно искал, не нашел у нас тонкой лески. У нас мурзики. Маленькие мормышечки. Таких у меня нету еще. Спасибо, Слава, за мурмульки. Вот, ну, еще одна посылочка. Сергея. Это у нас откуда? Из Челябинской области. Коркинский 3. Тубус со стрелочкой. Значит, вверх здесь. Опа. Угу. Ну, как запаковали все. Так сразу не вытащишь. Помню, писали про трофейный черпак, выловленный очень с большой глубины. А это коньячок. Пахнет вкусно. Обязательно возьму на рыбалочку. Такие три сюрприза от подписчиков. Всем огромное спасибо и до встречи на канале «Это не диалоги, рыбалки».